Жень, я обратил внимание, что перед игрой ты давал установку команде. Как получилось выполнить все, что хотел? Ну, с переменным успехом, нет, не все. Получалось быстро атаковать. Моментами, значит, были удачные разбросы в нападении. По защите все очень плохо, но мы не могли договориться, кто кого держит. Зона тоже была провальная. Вот. И по нападению, кроме хорошего быстрого отрыва, кроме быстрого перехода из защиты в нападение, была ситуация, когда можно было много отдавать передач, и все опускали глаза. И... Ты недоволен, короче? Ну, да. Как думаешь, Чикаго будет играть лучше? Или так и будет продолжать? Да, если все будут считать, что они что-то делают не так, если мы это будем обсуждать, то да, конечно, почему нет.